Сегодня я предлагаю вам приготовить мясной киш с овощами. Вот такой вот. Давайте приступим к готовке. Для этого киша мясного мне понадобится. У меня свинина уже замаринованная. Мариновала я ее чеснок, перец, соль, паприка, розмарин, тимьян. То есть вы можете вложить любые приправы, которые вам нравятся. Потом овощи я взяла. У меня все они свежезамороженные. У меня такой набор, как бы, горошек, кукурузка, перчик. Здесь морковка, селера, этот стручковый лук. Потом замороженный шпинат. И овощи я буду, положу туда немного бекона, чтобы придать такой запах, как бы дымка немного. Еще я буду использовать два вида сыра, обыкновенный сливочный сыр и немного брынзы. Для заливки я беру сливки. Это у меня 35% сливки и одно яйцо. Запекать я буду вот в такой стеклянной форме. И тесто я уже беру вот такое вот готовое тесто песочное для этого пирога. Вы можете взять любой рецепт теста песочного, замесить его и использовать. Можете просто, как и я, покупить его в магазине. Ну все, приступим. Мясо нужно обжарить. Овощи я тоже буду обжаривать, чтобы, ну, довести их до полуготовности, чтобы ушла лишняя влага. Приступим. На разогретую сковородку я добавила уже оливковую олию. И ложим мясо и начинаем жарить мясо наше. Пускай мясо жарится, и теперь отправляем жарить овощи. На эту сковородочку я отправляю овощи. Овощи буду добавлять постепенно, так как цена нуждается в меньшей жарке. Так же самое, как и жарится с перцем. Сюда же сейчас я еще добавлю бекон. Отправляем бекон. Не забудьте овощи посолить и поперчить немного. Посолим и поперчим. И пускай жарится. Прошло много времени. Добавляем сюда. Продолжаем обжаривать. Не забываем помешивать мясо. Смотрите, сколько влаги у меня в мясе. Вот эта вот влага, надо, чтобы она ушла. Потому что в пироге она мне не нужна. И пришло время отправить. Овощи нужно просто из отца довести до полуготовности. Когда мы будем выпекать пирог, чтобы получилось так, что у нас там что-то сыроватое.
Но пока жарятся наше мясо и овощи, можно подготовить тесто. Вот такой вот у меня кружочек теста, форма. И я просто, можно раскатать скалкой, но я как бы всегда обычно просто руками распределяю его равномерно по форме. И все. Так, мясо дошло до полуготовности. Я теперь сюда высыпаю овощи с мясом. Все нужно перемешать. Ой, наша начинка готова. Сыр я просто натру на терку. Брынзу я также натерла на терку. Приготовим заливку. Берем сливки. У меня 200 грамм сливок. И одно яйцо. Все это тщательно вилочкой перемешаем. Можно еще подсолить немного. Подсолить. Заливка наша готова. Будем собирать теперь киш вместе. Высыпаем нашу начинку. Распределяем ее ровненько. В форме. Отправляем сыр. Посыпаем сыром хорошенько. Так, и заливаем заливкой. Да, кстати, духовка у меня уже греется. Залили и отправляем в духовку. Отправляем выпекаться наш киш в духовку на 200 градусов минут на 30-40. До готовности. Так, мой пирог провел в духовке 40 минут. Вот я его достала. Вот такой красавчик получился. Теперь пускай остынет, потом разрежем и посмотрим, что получилось у нас внутри. Так, ну, мой киш остыл. Давайте теперь его разрежем и посмотрим, какой у нас получился он внутри. Достанем кусочек. Так, хорошо я прорезала. Вот такой вот киш мясной у меня получился. Всем приятного аппетита! Смачного!